Повтори, Рика, что сказала? Нет, я слышал. Повтори. Что? Не затевай скандала, на себя ты посмотри. Кто опять чё нажрался? Кто опять глаза залил? Я с друзьями повидался и совсем почти не пил. Нет, в пивнушку не ходили, там сегодня пива нет. Ну, по рюмашке пропустили, да, тебе от них и привет. Что, плевала на приветы и на всех моих друзей? Блин, ты ответишь мне за это. Как так, больше с ними пей? Я и пью. Что значит гадость? И ведь не я ж производил. За углом в кафешке радость, что налили, то и пил. Мы по 100 всего-то взяли, ну и парочку котлет. Посидели, поболта. Я ж не видел их 100 лет. Что вчера? Вчера с другими тоже долго не встречал. В понедельник? Нет, не с ними, Вовка днюху отмечал. Чё ж мне, Вовке плюнуть в душу? Это ж кореш, ближе нет. Да он мне проел все уши. Передай своей привет. Ах, вот так вот. На Вовку тоже. Это ж кто тебе шпана? Ща я дам тебе по роже за Володьку, братана. Только высунься в окошко. Хочешь на весь дом скандал? Чтоб тебя с твоей кошкой никого я не пинал. Повяжи ты, перестанет ничего над ней вопить. Впредь зато мешать не станет мне по комнате ходить. Положи на место скалку. Драки я не допущу. Я подругу твою Галку на порог нам не пущу. У нее, что ли, научилась бить родного мужика? Да чего ж ты докатилась? Нет под глазом синяка? Ах, он был. Нет, мы не дрались. Ну, нет, споткнулся о пенек. Да и брюки там порвались. Да, домой спешил как мог. Ты как скажешь, вянут уши. Кого хочешь насмешить? Ты сама себя послушай. Очень медленно спешишь. Что ж ты брешешь 5:30? Сломаны часы у нас в отделении участковой. Мне сказал, который час. Никуда нас не забрали. Просто не хотел пугать. Мы с друзьями зашищали девушку. Ядрёна мать. Белая, как одуванчик. Юная еще совсем. С ней такой же юный мальчик. А бандитов 6. Нет, 7. Мы втроем им и задали. Знаешь, я умею бить. Вот тогда нас и забрали, чтобы поблагодарить. Нет, бандиты разбежались. И девчонка с пацаном. Ну, потом там разобрались, кто кого и что почем. Что почем? Да это к слову, говорю ж тебе, не пил. Благодарный участковый нас до дома проводил. Ладно, хочешь правду, слушай. А не поверишь все равно. Растопырь пошире уши. Это было как в кино. Мы по парку с лишь друзьями. Нет, не выпить, шли домой. Вдруг огонь над головами красный, желтый, голубой. И буквально как пушинки нас в тарелку занесло. Там какие-то машинки, сразу видно на НЛО. И пришельцы перед нами. Жабы жабами на вид. Но на двух ногах, с руками. Нет, без рожек, без копыт. Ты на что здесь намекаешь? Я всерьез с тобой, а ты? Ты ведь и не представляешь, как пытали нас, скоты. Вот сюда что-то вставят, вот за это ушипнут, то фонарь в глаза направят, то заблеют, то заржут. А потом все помутилось. Помню боль и помню страх. Но не помню, как случилось, что лежим мы все в кустах. Все в грязи, штаны порваты, и под глазом все саднит. Руки, ноги, словно вата, кто увидит, просто стыд. И с трудом, скрипя зубами, мы добрались до кафе. Только это между нами, вот с чего я, под шофе. Что? Что ты скалишься, зараза? Я чуть было не погиб. Видишь шрам под левым глазом? Это вшитый микрочип. Ты смотри, не проболтайся. СНБ нас спрячет вмиг. Даже и не заикайся, где был ночью твой мужик. Ой, ладно, ты теперь все знаешь. Дай боршу и лягу спать. О, и ты уже зеваешь. Постели ко мне кровать.